Первый вопрос. Откуда моя душа? Великолепный вопрос. Я благодарю тебя за это. Твоя душа с прекрасного созвездия Лебедь, чистого и легкого, как перышки ангела. Высшее Я двигается от 10 к 11 уровню. Чистота твоего поведения, твоих действий, открытость, смелость, честность и преданность ведут твою душу в правильном направлении. Третий вопрос. Сколько лет моей душе? О, какой замечательный вопрос. Мне будет трудно на него ответить. Наверное, выше Дело в том, что течение времени идет по-разному в разных точках существования. Земным языком я бы сказал, что твоей прекрасной душе около 12 тысяч лет.